Перед вами огромная морозобоина на липе. Как у нас образуются морозобоины? Дерево до конца не прекратило рост в осень. Клетки не уснули, воды в дереве много. Наступает зима, все сковывает морозом. Приходит весна, начинает пригревать теплым таким жгучим солнцем. Снега вокруг дерева полно. Снег работает как отражатель. Кора нагревается. Начинается сокодвижение. Вечером опять мороз. Все это сковывается. А вода у нас, когда замерзает, она разрывает ткани. И вот так получается у нас морозобоины. Вот такая вот огромная морозобоина на старой липе.